Всем привет! Я точно знаю, что этот выпуск и рубрики «Нойзенек» вы ждете с нетерпением. Все потому, что сегодня я дарю подарки. Подарки? Я по эту сторону экрана вижу, как вы отложили все свои дела и обратили на меня свое внимание. Начинайте помаленьку привыкать к тому, что каждую среду мы с вами играем в игру «Я знаю Ангарск». А еще каждую среду мы подводим итоги прошлых игр. Напоминаю, что 19 сентября, то есть прошлую среду, вопрос был связан с названием кинотеатра. В прошлом ангарчане сами должны были посредством конкурса придумать название новому кинотеатру, а вы должны были угадать, о каком кинотеатре шла речь. Русь, Романтик, Темп, Рубин, Изумруд, Алмаз, Парус, Золотинка, Смешинка и Буревестник, а также Серебряная копытца, Легенда, Лунный и еще 5000 других названий. Ого, среди множества названий выбрали только одно. Дамы и господа, барабанная дробь. Итак, в 1969 году в 12-м микрорайоне открыл двери новый кинотеатр Ангарска, имя которому «Гренада». Всего один человек во время этого интернет-конкурса написал такой вариант ответа. Победительницей стала Евгения Калугина. Поздравляю вас и приглашаю в студию телеканала «Актис» за своим заслуженным призом. Спонсор игры на этой неделе – студия красоты «Корица». Они и дарят нашей победительнице сертификат на услуги салона. Кстати, а человеку, который предложил название кинотеатру «Гренада», подарили возможность посещать все премьеры кино бесплатно. Круто? Ну еще бы! Ну что, принимаем участие в новом конкурсе? На этой неделе вопрос звучит так. Больше 40 лет назад в городе Ангарске в ДК «Нефтехимик» открылась запись на уникальные курсы по изучению языка. Большее количество желающих изучать язык оказалось среди женщин, студентов и супружеских пар. Какому языку хотели обучаться ангарчане? Варианты ответов, как всегда, оставляйте в комментариях в соцсетях и обязательно ставьте хэштег «Я знаю Ангарск 26 сентября», а после него свой вариант ответа. Победитель получит приятный приз от спонсора недели – кофе-студии «Виви». Всем удачи! Обязательно напишите свой вариант в комментариях. Ну а вдруг повезет? Ответ узнаем 3 октября в эфире рубрики «Нойзенек». Увидимся в новом дне. До встречи!